Значит, смотрите, прежде чем начать, я решил попробовать показать вам суть, идеологию, которую я разработал для себя. Это мой личный финансовый план, это стратегия в Excel. Я ее сделал, я Валерию показывал, он ее не воспринял. Я хочу сейчас еще раз ему показать. Вот, значит, смотрите, табличка заключается в следующем. Она универсальная. Вот здесь вот вы видите, да, белая клеточка, ее можно менять. Это мой начальный возраст, когда я начинаю инвестировать. Мой начальный возраст, то есть я ставлю 45 лет. Я начинаю, я задумался о том, что, мне же надо жить, как-то пенсионную, накопление делать. И я начинаю инвестировать деньги, я начинаю откладывать деньги, и как говорят все финансовые консультанты, они говорят, откладывай 10% от суммы своего дохода, я начинаю откладывать ежемесячно по 5000 рублей. 5000 рублей умножаем на 12 месяцев, получается 60 тысяч рублей. Откладываем в год 60 тысяч рублей. И я ухитрился, доложить там под 18% достаточно рискованные вещи, и у меня получается через год я добавляю еще 60 тысяч рублей, доход составил 10 800, и значит через год у меня в сумме уже 130 тысяч 800 рублей, и при доходности 18% годовых у меня уже эта инвестиция дает 900 рублей в месяц. 900 рублей в месяц. Но в месяц я откладываю ежемесячно еще по 5000 рублей, то есть еще 60 тысяч. И так далее. Я продолжаю. Смотрите, мы вводим начальный возраст наш, да, и значит дальше, что происходит через какое-то количество лет? У меня цель заработать, пассивный доход в 100 тысяч рублей. Пассивный доход 100 тысяч рублей при доходности, доход в месяц, который получается, то есть какая сумма обеспечит мне 100 тысяч рублей вот при такой доходности в месяц? 15% годовых я заложил. Это уже в будущем. Звенишко. Ничего не изменишь. Да. Это фотография. В рублях. 15% годовых в рублях. И, значит, здесь все в рублях абсолютно. Вот. И смотрите, вот здесь вот доход в месяц, вот он растет. И вот здесь 89 тысяч, а вот здесь на этом крестике 100 тысяч рублей в месяц. Он достигается через 20 лет при моей стратегии инвестирования. То есть, я могу оценить, так, если я откладываю в течение 15 лет 60 тысяч рублей, потом перестаю откладывать, то еще через 5 лет мои доходы сами дорастут до 100 тысяч рублей в месяц, они будут давать инвестиции. То есть я ничего не вкладываю, я все деньги оставляю там, и это все по методу сложных процентов растет. Вот у меня всего денег растет по такой экспоненте, это метод сложных процентов, я не буду сейчас останавливаться на нем. И, я в месяц вкладываю здесь по 5 тысяч рублей, а потом, я начинаю уже извлекать деньги, по 50 тысяч в месяц, а потом, потихонечку я могу увеличивать. Мои доходы растут. Эта табличка я сделал по ней видео, ее можно скачать в интернете, если хотите, я вам ее скину в чате, пожалуйста. Мы вносим свой возраст, вносим проценты, которые мы получаем, и в соответствии с этим возрастом мы видим, какие деньги у нас будут. Как получить вот эти вот 18% или 15%? Почему 18%? Потому что это реальные проценты, которые получаются от фондового рынка. И смотрите, что мы хотим сделать? Мы хотим заработать побольше и сохранить при этом. Как можно это сделать? Можно устроиться на работу за оклад. И можно, недостатки этого, наш доход ограничен. И мы можем начать свой бизнес, доход не ограничен ничем, но есть риски и требуется много денег. Значит, нужен какой-то вариант другой. Есть еще один вариант, это не начинать свой бизнес, мы работаем как прежде, но мы можем купить бизнес чужой. И мы можем стать
какой бизнес нам больше всего нравится. Как вы думаете, какой бизнес доходит, дает самую высшую доходность в нашей стране? Торговля. Ритейл. Так, преступный бизнес, сказать, как бы не рассматриваем. Ну, ритейл. И все, что идет на экспорт. Газ, нефть. Газ, нефть. Газ, нефть. Алмазы. Алмазы. Банк. Да, банк сейчас хорошо. Кто хочет купить банк? IT-технологии. Да. IT-технологии. То есть мы можем купить, скажем, компанию по IT-технологии, пусть люди работают, а мы будем получать деньги. Мы хозяева этой компании, правильно? То есть было бы неплохо. Вот. Поэтому, значит, поэтому мы просто покупаем бизнес, чей-то, этот бизнес работает, и все, люди работают. Компания работает для чего? Компания работает для того, чтобы цель бизнеса любого – это заработать прибыль. Правильно? То есть любая компания нацелена на то, чтобы зарабатывать прибыль. Ну, это очевидно, у нее это в уставе записано. Поэтому, значит, мы будем получать деньги от бизнеса, не занимаясь бизнесом. Вот в чем дело, вот какая идея. Вот это вот самая хорошая, как бы, идея, как заработать побольше денег. Каким образом это сделать? Как мы можем купить банк? А кто-то сказал нефтяную компанию. Пожалуйста, а кто-то сказал IT-бизнес. И для этого существует... Но мы можем открыть какую-то программу, сказать, это самое, свой бизнес и так далее. Я этим пытался заниматься. Это крайне рискованная вещь, когда занимаешься сам. И это надо быть, ну, как бы, особый склад ума, короче говоря. Вот. Но если мы хотим купить бизнес, мы можем купить часть этого бизнеса, то есть акции. И мы просто берем, выбираем тот бизнес, который вот мы назвали, да, мы можем выбрать банк, мы можем купить чуть-чуть Сбербанка. Ну, я купил, Тинькофф здесь есть, ну, сейчас обновились данные, короче говоря, у меня Тинькофф там на одном из первых мест. Тинькофф вырос в 2 раза за 1.5 года. То есть мой бизнес, мой банк, я совладелец банка Тинькофф, он вырос в 2 раза. Понимаете, да? То есть я владелец банка Тинькофф. Кроме того, IT-компании, пожалуйста, на первом месте у меня стоит Яндекс, вы видите, вот здесь вот. Это данные на март месяц, на самом деле. Вот он, на первом месте стоит Яндекс. За 1.5 года моя компания принесла мне 134%. Есть еще АФК-система компания. АФК-система – это комплексная компания, она занимается и, значит, здравоохранением, и инвестиции, и что-то там еще, там, в нефтепереработку, она, так сказать, вкладывалась. Детский мир, там, ритейл. Пожалуйста, это комплексная программа, комплексное решение. Вот я взял и стал совладельцем АФК-системы за 1.5 года 128%. Это на март месяц, опять же, данные. Золото добывать. Классная штука золото добывать. Я приобрел компанию, которая добывает золото. Полюс золота. Почему я ее приобрел? Потому что золото сейчас надвигается кризис, золото сейчас совсем внизу находится, никуда не денется, она будет расти. Американцы печатают доллары, куда будут вкладывать в золото. Акции золотодобывающих компаний будут расти. Полюс золота. Polymetal International – это серебро. То есть у меня, значит, посмотрите, по сумме вложений 29 тысяч вложено в золото, 9 тысяч в серебро. То есть соотношение 30 на 20. Дальше идет по доходности компания Xilinx. Это американская компания, это в долларах 69% за 1.5 года в долларах принесла мне компания Xilinx. Alexion Pharmaceuticals, $319, вложено 51%, принесла доходности. Macy's, здесь почему-то 51%, это было 2 месяца назад, сейчас там уже 300% где-то, или 200 с лишним. То есть она взлетела за последние там 2 месяца. Macy's. ГМК Норникель, 42%. Ну и так далее. То есть смотрите, мы, когда покупаем бизнес, наш бизнес, то есть мы выбрали бизнес, который будет расти, мы выбрали перспективный бизнес, и он начинает нам приносить доход. Очень хороший доход. Вы когда-нибудь видели в Сбербанке?
банк вам предложил 100% годовых. Да нет, конечно. Вот. Нет такого, ну как бы, нет таких предложений. Здесь акции дают такую доходность. То есть я покупаю бизнес, компания собирается зарабатывать деньги, она зарабатывает деньги, и я вместе со своей компанией, потому что я хозяин компании Яндекса, ФК, системы Полис и так далее, я зарабатываю эти деньги. Главный вопрос, как выбрать те компании, которые дадут прибыль? Смотрите, компаний бесконечно много. Ну, не бесконечно много, а очень много. Скажем, в России на фондовом рынке зарегистрировано 2800 компаний. Как я буду выбирать среди них? В Америке зарегистрировано там вообще какое-то сумасшедшее количество компаний. Это только на рынке, то есть акции, которых я могу купить. Я могу купить не только на рынке, значит, а не только на бирже акции компании. Я могу купить еще вне биржевой рынок, есть, существует. Там вообще, так сказать, сумасшедшее какое-то количество, и доходности там выше. Но посмотрите, почему надо покупать акции. Потому что акции, вот они растут, это с 1998 года график. Вот они росли. В 2000 году был кризис, они падали, значит, там несколько лет. Потом они постепенно возрастали. Потом в 2008 году глобальный кризис, они грохнулись. Но дальше они начали восстанавливаться. И уже, смотри, сколько лет прошло. Раз, два, три, там четыре. Через пять лет снова рост, они превысили все. Ну и в последние годы, вы посмотрите, сумасшедший рост. Вот это вот коронавирус. Вот он, коронавирус. В течение двух месяцев он грохнулся, а потом, значит, пошел, превысил все результаты. Почему? Потому что американцы начали печатать доллары, эти все доллары идут на фондовый рынок. То есть фондовым рынком надо заниматься, но все вот эти акции растут неравномерно. Неравномерно. То есть есть акции, которые грохнулись, и они еще не поднялись. Это, естественно, акции отелей, значит, круизные компании, они до сих пор пока еще не поднялись. Но есть какие-то компании, которые поднялись. И вот они, вот, значит, все компании, которые входят в фондовый индекс. Можем мы купить его? Вот этот вот индекс. Да, что такое индекс? Смотрите, что такое индекс S&P 500? Американцы. Стандартный курс. А? Стандартный курс. Да, правильно. Стандартный курс. Дальше что? 500 что такое? 500 компаний самых. Самых, наилучших в США. Самых крупных по капитализации компаний США. 500. Значит, что сделали два американца, два журналиста, которые работали на Wall Street Journal. Они, значит, ну, они работали, и, значит, там они решили выпускать такой вот маленький листочек. Wall Street Journal назывался. Это, значит, список акций просто они. И, значит, там эти котировки этих акций. И они его ежедневно публиковали. И, блин, это взрыв какой-то, интерес на расхват шел и так далее. Они начали увеличивать это дело, а потом, значит, стали задумываться, а как же этот список структурировать? То есть они были сначала в алфавитном порядке, а потом они говорят, а давайте мы их расставим не в алфавитном порядке, а в порядке капитализации. То есть насколько эта компания занимает большую долю в экономике США конкретно. И если мы их расставим вот в этом порядке, то мы отберем среди них, там, по-моему, 36 штук, если самых главных, то по поведению этих 36 компаний мы будем судить о поведении всего фондового рынка США. И, значит, они там диссертацию защитили, потом Нобелевскую премию получили за это, однако, за изобретение индекса, потому что вот он, универсальный инструмент, который показывает состояние экономики США. Почему 36 компаний? Потому что они считали на счетах. Это очень трудно посчитать, но 36 компаний ограничили. Потом, значит, индекс Dow Jones до недавнего времени постоянно публиковался, сейчас вы его не видите. Почему? Потому что появились компьютеры, и агентство Standard & Poor's сказало, что, ребята, а можно 500 компаний, и мы будем считать, эти 500 компаний вообще каждую секунду, и мы каждую секунду будем отслеживать поведение фондового рынка США и поведение экономики США. Поэтому Standard & Poor's сейчас стал S&P 500 главным индикатором американского рынка. Кроме него есть еще, значит, там Vanguard какие-то, другие, Russell 2000 и так далее. То есть там есть разные индикаторы. MSCI. Но, а? MSCI это разве индекс?
это фонд, а здесь индекс. Вот. И, значит, что они говорят? Раз в среднем, посмотрите, экономика растет, причем здесь вы не найдете ни одного периода длиной в 15 лет, чтобы за 15 лет стоимость фондового рынка упала. То есть за 15 лет абсолютно железно этот рынок вырастет, на каком бы этапе вы ни купили. На протяжении всей истории, на протяжении где-то 150 лет они проанализировали, нет такого. То есть всегда растет. Почему растет? Потому что, ну, просто и мир развивается, и экономика развивается. Поэтому они говорят, надо вкладывать фондовый рынок. Любой американец скажет, что надо вкладывать фондовый рынок. Почему? Потому что индекс Vanguard, по-моему, 5000, или там, короче говоря, он вырос в 50 тысяч раз за последние 50 лет. Любой американец скажет. А фондовый рынок при этом, не фондовый рынок, то, что у нас депозиты, там какие-то вот сбережения в банках, они дают сколько процентов, кто знает, доходности в Америке от банковского вклада, от депозитов? 0,5, 0,7. Либо 0, либо в принципе не существует этого продукта, потому что американские банки не хотят брать деньги. Я заходил в швейцарский банк, я был в Швейцарии, думаю, а что мне сказать, я Юра из Хвостович, там, сказать, я приехал, а можно мне у вас открыть счет в швейцарском банке? Ну, для прикола. Вот, они говорят, ты откуда? Я говорю, из России. Сколько денег? Минимальный вклад, который мы принимаем, 1,5 миллиона евро, при этом доходность будет минус 0,5%, но это при условии, если вы докажете, что ваши средства абсолютно законные. Вот еще рекомендации могут просить от клиентов. Рекомендации от клиентов, да, просят. Да, да, да. Ну, то есть я выслушал, я сказал, да, спасибо, я пошел искать деньги. Да, вот и рекомендации. Сейчас вот, будет. Ну, а что не спросить-то? Как бы? Я зашел и спросил. Мне никто не это сам. У вас всех Хвостовичев. Вот, значит, идея какая? Значит, надо купить акции в среднем по всему рынку. То есть купить акции рынка, и просто они будут расти всегда. Правильно? Правильно. Вот, теперь смотрите, сколько же стоят вот эти вот гиганты. Сколько же стоят вот эти вот гиганты? Вот этот вот особенно, Amazon. Вот он, Amazon. Одна акция Amazon стоит примерно там что-то 1200-1500 долларов. Одна акция. Для того, чтобы купить весь этот индекс, ну, нетрудно посчитать, что там нужно где-то несколько миллионов долларов. Чтобы купить в пропорции, вот все, вот они пропорции, вот площадь вот этого квадратика каждого, она соответствует объему компаний в экономике США. Поэтому если взять вот пропорционально, так сказать, как бы, индексу, мы не можем купить его. У нас нет миллионов долларов. Что делать? Отдельно акции покупать. Отдельно акции покупать, я говорю, отдельно акции покупать. Вот. То есть я должен, чтобы весь индекс купить, я должен купить и акции Amazon, и акции, сейчас, ну кого тут, а он. Procter & Gamble. Microsoft. Нет, Microsoft, она огромная, вот она. А здесь какую-нибудь компанию, ну какую-нибудь крохотную, вот эту вот, например, да, там, я не знаю, там. Ну, то есть эти компании вот крохотные, причем крохотные компании, они дают больше доходности на самом деле. Вот, ну как бы, то есть я и эти компании, и эти должен купить. Как сделать, как инвестировать в индекс на S&P 500? Фонды покупать. Коллективно. Давайте мы все скинемся, ребята. А давайте мы все скинемся. У меня нет миллиона долларов, и 2 миллиона нет, да? А давайте мы 1 миллион человек скинемся по 1 доллару, вот он 2 миллиона долларов. А если мы скинемся, ну там, ну, по 1 доллару, это смешно вроде бы кажется, хотя вы увидите, что это не смешно, это даже по 1 рублю можно скидываться, и мы можем вложить в акции всех мировых компаний сразу. Вот, но, значит, там есть, мы организуем общий котел, этот котел будет называться фонд, который торгуется на бирже, то есть Exchange Traded Fund. По-английски, ETF. Мы покупаем ETF, Exchange Traded Fund, мы покупаем долю в этом фонде, и доля, маленькая доля от всего вот этого индекса, она наша. Мы смотрим, так, индекс растет, и наша доля растет уже пропорционально этому индексу. Все шикарно. Мы за 200 рублей купили, за 200 долларов купили весь индекс S&P 500. За 200 долларов.
Кроме того, ну это вот индекс S&P 500, есть ETF, рассчитанный на NASDAQ, индекс NASDAQ. Это акции в основном высокотехнологичных компаний. Почему высокотехнологичные компании выделены в отдельную биржу? Потому что биржа была традиционная, S&P 500, они говорят, чтобы ваша компания была надежна, пожалуйста, покажите мне ваши заводы, ваши, значит, фабрики, ваши месторождения. Они говорят, нет у нас никаких фабрик, месторождений, мы Facebook. Вот. Они говорят, ну раз нет, то значит так идите нафиг. А капитализация этой компании, она растет, и люди говорят, а мы хотим туда вложить. И, значит, появилась фирма NASDAQ, которая, ну, другие условия, то есть они уже учитывают, что не только материальные активы, какие-то вот заводы и фабрики, а и нематериальные активы туда идут NASDAQ. То есть высокотехнологичные компании, они зарегистрированы на бирже NASDAQ. Но вот Уоррен Баффет говорит, что, блин, прежде чем покупать компанию, а Уоррен Баффет это самый богатый человек, там, по-моему, в мире, вот. И он говорит, надо покупать не все компании, надо покупать лучшие, перспективные. Поэтому давайте-ка сядем и с карандашиком, он дедушка такой, посчитаем, значит, какая компания принесет прибыль, и мы целиком купим, не какое-то одно. Вот. Но их будет немного, но мы целиком купим ее. И на какой срок надо покупать акции компании? Он говорит, срок только один, навсегда. Вот, мы покупаем акции компании, он, прежде чем купить компанию, он долго-долго анализирует, принимает решение, все. Мы можем купить фонд, который ведет Уоррен Баффет. Знаете, сколько стоит один пай этого фонда? $100,000. Он говорит, а я с мелочью не работаю. Вот, ну, в районе $100,000. Кто-то говорит, что надо покупать стартапы, кто-то говорит, что надо покупать еще что-то. То есть есть разные варианты. Сейчас все говорят, надо покупать биотехи, потому что сейчас повышенное внимание после пандемии будет к биотехническим компаниям, фармацевтическим компаниям, есть соответствующие фонды. Поэтому у нас уже стоит выбор. Не в том, какую конкретно компанию выбрать, акции какой конкретно компании выбрать. То есть мы выбираем уже среди фондов. А фонды, они, когда организуются, они публикуют свою инвестиционную политику. Они говорят, мы будем вкладывать в соответствии с индексом S&P 500. Это так называемые индексные фонды. Мы будем покупать акции NASDAQ, например. Это индексный фонд на NASDAQ. А если фонд, например, сейчас ARK International, который дал самую высокую доходность за прошлый год, там 70% годовых, все американцы в восторге, значит, Кэти Вудс, она, значит, Кэти Вуд, она там звезда этих, всех этих самых шоу, значит, она дала доходность более 70%, она говорит, надо и в криптовалюту вкладывать, в Теслу надо вкладывать, потому что ни один разумный, как бы, финансовый консультант, все говорят, что вы что, какая Тесла? С ума сошли. Они же все накачаны. Кэти Вуд говорит, в Теслу. И она дала самую высокую доходность. А как говорят мне, сказать, ты результат покажи. Она показала результат. И все вкладывают в Кэти Вуд. Вот. Сейчас она, значит, ее фонды упали на 25%. Все. Вот. Я как пример хотел показать, что, значит, во время пандемии, в марте месяце, когда все началось, все рушилось, были компании, которые не рушились, а наоборот росли. Вот пример компании Zoom, в которой мы с вами проводим встречи во время пандемии. Компания Zoom, потому что все перешли в офлайн, все стали Zoom, а Zoom там есть еще и коммерческий продукт. Значит, скажем, если там больше 150 человек, или, значит, вы хотите больше, чем 40 минут, то, пожалуйста, это платный контент, и, значит, платите. Компания Zoom, акции компании Zoom как раз в аккурат. Июнь, июль, август, сентябрь. Ну, короче говоря, вот в период пандемии они, значит, взлетели там что-то в 30 раз, что ли. Вот. Но потом выяснились там проблемы с безопасностью Zoom, они начали сдуваться. Вот. То есть, как бы, когда пандемия, так сказать, что-то падает, а что-то растет. Вот. Поэтому возникает вопрос, а какие же уже не акции выбирать, а какие фонды выбирать. То есть в какие фонды нам вкладываться, во-первых. А во-вторых, а как же нам вложиться в Berkshire Hathaway, например, да, который от Уоррена Баффета, там $100,000. То есть даже $100,000 это многовато, да? Вот. Каким образом?
какие же фонды дадут нам максимальный доход с максимальной, с минимальным риском. Какие фонды? Как мы их выберем? Кто скажет? Фонды. А? Никто не скажет. Я не помню. Я вам скажу, кто скажет. Кто выбирает максимальную гарантию? Инвестиции с максимальной гарантией. Кто? Пенсионный фонд, страховые компании. Вот. Страховые компании и пенсионные фонды. Страховые компании и пенсионные фонды именно на первую, в первом плане ставят надежность и уже потом доходность. И они выбирают максимальную доходность. То есть они анализируют все вот эти фонды, которые, значит, они могут предложить своим клиентам в качестве инвестиций. Они говорят, что мы считаем, что вот эти фонды, они будут с минимальными рисками. То есть минимальные потери, то есть минимальные потери будут именно вот в этих фондах. И давайте вернемся вот сюда, смотрите. Вот здесь вот видите, есть, значит, вот падение. Вот здесь есть падение. Это в два раза примерно. Это тоже примерно в два раза. Здесь 30% падения. Вот. От предыдущих уровней там, значит, до вот такого максимально, ну как бы, вот максимальное падение от текущих уровней. Что это такое? Это в каких-то процентах измеряется. И для этого есть уже, ну, так называемый коэффициент Шарпа. То есть, которые меньше всего падают. Вот что важно. Не так важно, как они растут, чтобы они меньше всего падали, потому что это надежность. Вот. И страховые компании, конечно же, выбирают такие фонды. Либо они выбирают их, либо они организуют их сами. Потому что страховые компании, у них там денег хреново туча, они нанимают самых лучших, значит, аналитиков, они могут это сделать, себе позволить, и они говорят, слушай, ну, сказать, сформируй нам самую надежную инвестицию. И какую же инвестицию они дают? Значит, смотрите, когда Валерий Клайдович пришел ко мне впервые, и начал мне, значит, втирать, что, значит, нужно, Юра, там вкладывать. Слова, пожалуйста. Так, да, инвестировать, значит, ты должен заботиться о своем этом самом, о своем будущем и так далее. Я слушаю, говорю, слушай, ты мне что, накопительную программу хочешь предложить? Он говорит, ну да. Я говорю, а что ты имеешь против, там, значит, начинает там что-то про надежность. Я говорю, слушай, ты, так сказать, не надо мне рассказывать, что это такое, потому что я все знаю. То есть я был вообще клиент, который просто был готовый вот на все сто. Я говорю, слушай, ты мне скажи, какая компания, где она находится, и докажи, что она надежная. Вот, на то, чтобы доказать, что она надежная, у Валерия Клайдовича ушло где-то месяца три, потому что я из него вытащил все. То есть я ему и так, я смотрю ему в глаза и говорю, слушай, вот это. Он говорит, ну вот так, он отвечает, все. Потом я, значит, покопался в интернете и говорю, слушай, что ты мне предлагаешь, там столько негатива. Он говорит, о, как хорошо, что ты заинтересовался этим и что ты докопался даже до этого. Я тебе сейчас все отвечу. Он ответил на все мои вопросы. Я говорю, все, я согласен, дай мне список программ, вот этих вот там Евровип, G5S, что возможно, список продуктов. Он мне говорит, и IP открывай. Я говорю, я сам выберу, что я хочу, какую программу я хочу открыть. Хороший клиент. Я говорю, я сам выберу, дай мне только вот этот буклет. Я изучил этот буклет, он приходит ко мне, ну что выбрал? Я говорю, да, Евровип. Тогда не было Аполло. Я говорю, Евровип. Он говорит, какой Евровип? Ты что, значит, там, давай EIP. Я говорю, Евровип. Он говорит, не надо тебе Евровип, значит, там еще что. Я говорю, Евровип, либо ты уходишь, либо мы открываем Евровип. Вот. И, короче говоря, я первый человек был, наверное, здесь, который открыл Евровип. Почему? Потому что, ну, я занимаюсь этим фондовым рынком, я понимаю, что нужна самая высокая доходность. Я изучил про Евровип тоже все, и, значит, я посмотрел этот фонд, я нашел его в Австрии, я нашел в Австрии программу Грава, так сказать, я для этого ездил буквально, значит, я из Венгрии
находясь в Венгрии, потому что наши поисковики, они видят, что я в России, и они как для россиянина мне выдают. Я думаю, в Венгрии никто не знает, что я россиянин, и поэтому я, значит, это самое, в Венгрии на немецком языке спрашиваю, там, какая самая надежная компания в Австрии, я ее нашел, Граве, она дает самую высокую надежность, все это подтверждено, значит, я в независимых австрийских источниках, я на немецком языке подтвердил все это, про Евровип я тоже нашел, откопал весь этот фонд, я нашел его ИСИН, там, значит, там, кто его организовал, как. Могу вас расстроить, Евровип фонд в качестве фонда, в качестве ПИФа, то есть пай этого фонда, вы не сможете купить ни при каких условиях, кроме как через компанию Grava Midlife. То есть это фонд, который управляется дочерним банком Grava Midlife, и его можно, в него можно инвестировать только через Grava Midlife. Выбора нет просто. Просто нет. То есть я говорю, слушай, какой фонд классный. Компания держит свои деньги вот в этом фонде. Я его хочу купить. Пожалуйста, Grava Midlife. А какие страны там его могут приобрести? Россия и все? В смысле? Все вот. Через Grava. Все, кто хочет, да? Так есть программы, например, для России какие-то отдельные. Вот Валентин давал схему Grava, и там снизу был. Нет, я понял. Два банка. Да. То есть вот через эти два банка, значит, страны. Есть профессиональные участники фондового рынка, они могут приобрести, да, они могут с ними заключить договор. Для России только Grava Midlife. Все. Вот. Не, я спрашиваю про то, что Apollo это вот она также действует в других странах, как и у нас. Через Midlife. Нет. Вот. Apollo действует не только через Grava Midlife. Apollo вообще не действует через Grava Midlife. Да. Через Safe Invest, да. Это другой портфель. Да, это другой портфель, это Investors Trust. Почему она ETA называется? Investors Trust. Вот. И Apollo там. А про Евровип я говорил. Подожди, это не Apollo. Запутались уже. Apollo в Midlife, Apollo в Midlife, да. Apollo в Midlife, там другое, да. Просто на тот момент не было Apollo. Не было. Когда я узнал, что такое Apollo, я говорю, это интересно, это хорошо, но это примерно то же самое, только в долларах. Но когда мне рассказали, что такое Apollo Supreme, я говорю, ребята, вот это как раз то, что надо. Почему? Потому что, давайте вернемся к первому слайду, к табличке. Смотрите, на первом месте у меня стояла доходность, 18%. Здесь чем выше доходность, тем выше риск. Apollo Supreme, смотрите, в начале это высокая доходность и высокий риск, с середины доля облигаций увеличивается, доходность уменьшается, зато риск уменьшается тоже резко. Все. Покупайте наши фонды. Еще вопросы? Мне кажется, очень все объемно. Я постарался покороче, чем в прошлый раз, да. Меня просили. Найдите меня в интернете. Но Юра себя обязательно должен продать. Да. Найдите, подпишитесь. Видите, раз он так старался. То есть, да. Найдите, подпишитесь, да. Яндекс. Демитков Юрий. Google. Демитков Юрий. Где угодно. Мне было бы корректно, Юра, сказать, что таблица – это нереальная жизнь. А? Было бы корректно сказать, что таблица – это нереальная жизнь. Абсолютно нереальная. Это модель. Это модель. Это очень модель с большими допущениями, что 18% ты получишь или нет, потому что в реальности я там получил, например, 40% или 70%. После того, как я их получил, я могу вписать там 70%. Это значит, что я получу в следующем году 70%. Я могу получить там минус 20. Я впишу их в таблицу. Вот. Но только постфактум. Да, только постфактум. А так я примерно представляю. То есть я рассчитываю, что я получу 18%. Какая погода будет сегодня, скажем завтра. Совершенно верно. Да. Самый лучший прогноз. Можете прогнозировать. И когда у меня спрашивают, какой будет курс доллара там, через 3 года, я говорю, я вам скажу абсолютно точно, ровно через 3 года. Обращайтесь. Обращайтесь, да. Спасибо.